Пристегнутый ремень безопасности может спасти вашу жизнь и жизнь вашего ребенка. Чтобы напомнить об этом автомобилистам, юные инспекторы дорожного движения первой школы приняли участие в акции «Пристегнись, Россия». По всей стране проходит акция «Пристегнись, Россия». Любой человек может поддержать ее и сделать фотографии с пристегнутым ремнем безопасности и хэштегом «Пристегнись, Россия». Мы предлагаем вам сделать это прямо сейчас. Фотография с хэштегом «Я пристегнулся, пристегнись и ты» – это часть всероссийской акции «Пристегнись, Россия». Снимки всех участников акции юные инспекторы движения выложили на сайте школы. По всей России проходит акция «Пристегнись, Россия», и сегодня ученики первой школы, отряд юных инспекторов дорожного движения, они тоже присоединились к данной акции. Наиля Дронова, командир отряда юных инспекторов движения «Бонд. Путь осторожен на дороге». Отряд второй год занимается пропагандой безопасности дорожного движения. Участвуя в различных акциях совместно с сотрудниками ГИБДД, ребята сами начинают понимать, как правильно себя вести на дороге. Надо носить всякие там светоотражатели, переходить в нужном месте, не перебегать дорогу. Ну, бывало раньше такое. Отряды юных инспекторов движения есть в каждой школе. Они не только принимают участие в акциях, но также выходят в детские сады, где в доступной для малышей форме учат их правильному поведению на дорогах. Лариса Воложанина, Евгений Присяжнюк, НТС Эрбит.